Значит, сыграли два спарринга с очень хорошей командой, я считаю. Два состава у нас получили игровое время. Вот, две игры, в принципе, удались. И что в первой игре, что во второй, я считаю, качественную игру показали. То, над чем работаем, то, в принципе, моментами получается. Да? Ну, естественно, еще много работы. Вот, ну, больше всего я доволен отношением к делу, к ребятам, как ребята относятся к делу, как мы новые требования они усваивают, вот, что у нас потихонечку, я считаю, коллектив становится такой, общую цель, стараемся все держать, все к ней идти, вот, то есть становимся уже такой командой, скажу так. Вот, в первой игре очень порадовала молодежь, то есть, в принципе, мы молодых парней выпустили с нашей школы, дублеров, да, то есть в таком возрасте вышли, я считаю, что в таких играх, только в таких играх они могут расти, где надо терпеть, мужской футбол и все такое, то есть очень доволен им. Вот, что касается, когда первые составы играли, условно, здесь уже более зрелая игра и, скажем так, очень неуступчивый соперник со своим стилем. Интересная команда, боевая игра такая, как в начале чемпионата. В принципе, я считаю, таких игр будет много, вот, где надо терпеть, показывать характер, играть правильно, что, я считаю, нам удалось. Поэтому очень доволен таким выездом и работаем дальше.